Ну, здорово, что Сэдди не хочет идти на улицу. Сэдди, давай. Ну, давай. Сегодня мы готовим не совсем постные. Смотрите, как они устроились. Сэдди, это мой камамбер. Сэдди, всем доброе утро. У нас дождь, и Сэдди не хочет идти на улицу. Сэдди, давай. Ну давай. Ну, Сэдди. Ну иди сюда. Ну подумай, дождик. Не такой уж и сильный. Какой ты брезгливый мальчик. Пойдемте за молочком еще зайдем. Смотрите, сейчас будем распаковывать доставочку. Это все вам, мои котики. Да. Итак, помните, недавно видео я рассказывала о том, что хочу заказать матрас для Тафочки и Сэдички. И вот он мне пришел. Это матрас с подушкой с эффектом памяти от фирмы PetKit. Сейчас мы будем ее распаковывать. Мне уже не терпится. Смотрите, как интересно запаковано. Мало того, что матрасик находится в коробке, так еще, смотрите, фирменная упаковка сверху. Вау! Ну все, теперь вы будете спать как короли. Упакован как настоящий человеческий матрас прям. Так, Сэдди, я еще вообще-то ее не распаковала. Ты уже плюхнулся. Сэдди, еще рано. Ты уже опробовать хочешь? Подожди, манюня. Ну, манюня, солнышко. О, котики, она еще должна распрямиться. Ждем, пока распрямится. Ну что, прошло, наверное, минут 30-40. Я подождала, пока матрас пришел в свою форму. Сейчас он полежит, я думаю, еще пару часиков и примет свою естественную форму. С обратной стороны у нас такое нескользящее покрытие. Все чехлы снимаются, их можно спокойно стирать в стиральной машинке. Ну что, посмотрите, как Сэдди у нас уже пристроился на матрасике. Здесь у нас натуральная льняная ткань. Размер матраса 50 на 70. Я не стала брать размер L, так как лежанка, в которой сейчас лежат Тафи и Сэдди, она тоже 50 на 70, и они отлично на ней помещаются. Мне идеально подходит в комнату. Сейчас мы ее перенесем, посмотрим, как она там будет смотреться. Мне очень нравится дизайн, такое открытое пространство. По цветам он будет отлично перекликаться в спальне. Волнистый пеноматериал в нижней части обеспечивает хорошую эластичность и воздухопроницаемость. Этот материал помогает поддерживать естественное и привычное положение для сна вашего питомца. Так же, как и нам, животным тоже важно спать на удобном матрасе. Ой, иди мой сладкий. Тафи, место. Ты мой красавчик. А еще у нас есть промокод, который подарит вам 10% скидки на любые товары из магазина PetKit. Нашим промокодом Ника PetKit вы можете воспользоваться в течение месяца. Ссылочки я оставлю в описании под видео. Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня мы готовим не совсем постный, но легкий ужин из креветок. Мы их почистим, отварим в течение там 5 минут. И это будет еще семга на подушке из салата, авокадо хаса, цветные помидоры, лайм, кинза и лук. Что-то такое среднепаназиатское и мексиканское. Еще надо достать соль и растительное масло оливковое. Сейчас мы будем разделывать креветки, отваривать. После того, как они остынут, начнем нарезать и делать салат. Несложный, но чрезвычайно вкусный. А благодаря вам, благодаря каналу, я заморачиваюсь на одну порцию.
себе. Так бы было лениво, съел бы йогурт или еще чего-то. Ну, в принципе, так как снимаю, делаю ужин с сервировочкой для себя и для вас. Ну вот, у нас закипела вода. Вот сейчас быстренько нарежем авокадо. Оно мягкое, хорошее. Хасовское авокадо весь хороший. Ну вот, в принципе, 5 минут и креветочки готовы. Аромата пока нет, но вкусно. Никаких добавок там в виде чеснока, перца и прочего-прочего. Авокадо мы нарезали. Сейчас зальем, чтобы он не почернел, соком лайма. В принципе, можно и лимона. Ну вот, в принципе, наш салат готов. Всем приятного аппетита, приятного просмотра. Вот. Ну, любые ракообразные можно в этот салат. Можно и раки, можно и омары, и лангусты, и что угодно. Скажем так, крабы. Но я думаю, что самое реальное на сегодняшний день – это креветки. Вот. Ну, приятного аппетита. Всем добра, здоровья. Слушайте, сейчас захожу в комнату. Смотрите, как они устроились. Мои бубочки. Надо матрасик чуть поближе подвинуть и, видимо, двери немножко убрать. Я говорю, они на этой поселке хорошо, ну, умещаются, вот 50 на 70. Потому что, которая была больше, она получается... То есть дверь бы не открывалась, она вот досюда. И вот здесь проход, ну, как бы мы бы не смогли ходить. Ну, смотрите, как идеально 50 на 70. Ой, чешлячки, где мои букотики. Да, я думаю, чуть-чуть подвину, чтобы попка туда немножко сползала. Такая удобная постилочка, да? Мои зайчики, мои хорошие. Ну все, ладно, не буду вас отвлекать. Вообще-то это мой сын. Дайди. Это мой камамбер. Камамбер мой. Ты его уложил спать, да? Ну, давай, пусть он будет спать. Нет, все, все. Камамбер спит. Все. Пусть он спит. Все, он спокойной ночи. Спокойной ночи.